Качество, проверенное временем, демократичная цена и только натуральные материалы. Эксклюзивный магазин «Башмачок» приглашает горожан за покупками. Любителям модной обуви предлагают широкий ассортимент товара – ботфорты, сапоги, ботинки, туфли и босоножки. Здесь, кстати, продают изделия только собственного производства. Модельный ряд обновляется каждый сезон. Мы создаем какую-то одну модель, выставляем ее в магазин, смотрим, как реагируют покупатели на эту модель. И если она пользуется спросом, то мы ее запускаем в производство. Вот у нас больше мы как-то к народу, чтобы все-таки не только наша позиция, но и позиция народа все-таки как-то люди, чтобы сказали свое мнение о этой паре. Нравится она им или нет. Модельеры «Башмачка» работают над тем, чтобы в их обуви можно было шагать в ногу со временем. Для пошива опытные специалисты используют замшу, велюр, лак и кожу от столичного и бобруйского кожкомбинатов. Клей и все комплектующие у предприятия итальянские. А подошва, которая за 10 лет ни разу не получала нареканий, принадлежит мировому производителю «Астеп». Последние приобретала зимние сапоги. Захотелось мне обувь в цветную кожу. В магазине проблематично найти. Проходила по магазинам, вернулась в свой любимый «Башмачок». Я приобрела красные сапоги. Сезон относила зиму с удовольствием. Кожа не промокает во влажную погоду. Мне очень нравится. Их обувь вся хорошо носится. Мы и летнюю покупаем. Наверное, уже у меня третий сезон летней обуви. Но мы довольны. И туфли покупаем. Тоже, наверное, уже сезона два. Качество у них очень хорошее. Сертифицированная обувь, к слову, имеет гарантию месяц. Несмотря на невысокую цену на товар, в магазине можно расплатиться картами рассрочки, халва и картофан. Сейчас на коллекции прошлых сезонов действует скидка 30%, а в конце сентября покупатели порадуют новинками. Находится «Башмачок» на Советской, 93. Время работы в будние дни с 10 до 19. В субботу до 5 вечера, а в воскресенье до 4. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.